Всем привет! Давно мы не выходили на связь, почти 4 месяца. Очень много изменений в работе, ну и в принципе и в жизни. Но все по порядку. Впереди много классных роликов, и наконец руки дошли до монтажа. Как вы уже заметили, мы добавили заставку в начале видео. Также изменили на нашем втором YouTube-канале, на рабочем. Кто еще не подписан, ссылка на переход будет под видео. Сразу после приезда с Питера мы заехали на выставку домов, присмотреть уличный туалет, а после мы поедем в город. Мы в выставочном доме, присматриваем себе дом, но ничего хорошего найти не можем. Все дома каркасные, скрипучие и завышенной ценой. Обратите внимание на балку. В таком доме вы никогда не сможете повесить себе красивые шторы. А таких домов с такими окнами здесь процентов 90. Эти дома в Москве в среднем стоят с коммуникациями от 10 миллионов. В эту сумму входит фундамент, коробка без заделки, крыша и окна. Это очень дорого, даже в 2022 году. Смотрите наши ролики, в них мы покажем, как правильно выбрать подрядчика за приемлемую сумму, в разы дешевле. We'll be right back.
хотела поделиться. В нашем с тобой случае, если даже и кухня, столовая, гостиная, но как минимум хочется, опять же, увеличить квадратуру, чтобы здесь поставить побольше стол. Там окно хочется сделать с видом на лес, чтобы диван... Нам нужно только дом под заказ. Я уже поняла, да, что все, что здесь мы не смотрим, оно так. Было стол. Сейчас собирают, вы, конечно, прикольные, но вы даже не видите, там еще не так. Там у нас. А вот там уже скоро, уже совсем.
силу своей профессии мы были в разных домах. То есть всевозможные интерьеры, их было, мне кажется, около 1000, наверное. И для себя поставили четкие критерии по поводу нашего идеального дома. Все годовые дома, что представлены на рынке, это откровенная коробка за баснословные деньги. Кстати, забегу на будущее. Если хотите построить дом с недорогого, но суперкачественного материала, обратите свое внимание на арболит. А сейчас мы поедем в центр.